Не знаешь, на каком сервере поиграть? Заходи на MDCraft, Spliff, Bedwars, оружие и много всего другое. А также добрые админы, ну и я тоже там играю. Так что заходи, встретимся на сервере. IP в описании. Пау, погнали, приятного просмотра. Хей, йоу, всем привет, друзья, с вами Спайк, и сегодня мы с Фокусом поиграем на карте Who is your daddy в Майнкрафте. Погнали! Кстати, карту вы можете скачать у меня на странице ВКонтакте, она теперь доступна всем, также добавляйтесь в друзья. Я теперь добавляю всех активных друзей, кто ставит лайки, комментирует записи, так что бегом, ссылка в описании. Итак, в этот раз я буду играть в роли вот этого вот сына, который все время хочет залезть в печь, залезть в ванну, побывать на месте той рыбы. Вон той. Все хотят побывать на месте той рыбы и... И да. Что ты несешь? Короче, я сегодня буду... Я отец, пацаны. Просто а, это... фокус будет. Отец будет меня спасать, а может быть, будет меня убивать? Кто знает? Это мы сегодня узнаем. Я буду тебя наказывать. Строго. Опасно, так, опасно, как... опасно, опасно, опасно. Опасность зашкаливает. Покушать и подожди, сын. Сын. Я тебя найду сейчас. Это, кстати, финальная версия карты, и тут отец может заставлять меня жрать. Ты где я? Это ты где? Я пытаюсь тебя найти... Давай. У тебя почти получилось, но сори. Оп. Фак, нет. Блин, ладно, это слишком очевидное место, я даже. Настолько очевидно, что. Столько очевидно, что только что из него. Во, прошел мимо, убежал. Настолько очевидно, что я тебя вообще не вижу. Мы с невидимка, сори. Боль. Я, конечно, на шифте могу стоять, ладно. Я сейчас сдохну, кстати. Спасай. Ладно. Так, стой, жри. И похилься. А теперь, что мне теперь с тобой заняться? Я буду брать ваш с мамкой отбеливатель и буду его... Так, стой. Распивать и убивать тебя этим отбеливателем. Нет, ты сейчас развернешься, пойдешь к умывальнику, да? Ну ладно. У нас как бы утро, да? Чисти зубы. Че, тут нет щетки. Бери щетку, говорю, в руки чисти зубы. У меня нет щетки, у меня есть ковер. Могу... Сымитируй, что ты чистишь зубы, такой шкш. Давай. У меня даже тут нет щетки. Плохо чистишь. Ладно, так, короче, все, я помыл свою морду, все, я могу уходить. Нет, да? Подожди, нет? Стой. А теперь бери вот эту штуку. Давай. Взял, что дальше? Ну, в общем, можешь делать с ней что угодно, пошли. Ну ладно, сам сказал. Я поставлю ее. Я не знаю. А что это за штука вообще? Это чтобы сортир чистить. Ну, а что мне с ней делать? Точнее, ну это вантус, короче. Ну да, это как бы, куда мне ее класть? Я же ребенок, я же тупой, я типа не знаю, что с ней делать. Ну, положи куда. Во, смотри, я придумал, я сделаю из нее люстру. Во. Положи. О, да, и люстру. Типа можно так мозги себе высасывать ей. Я тоже подумал, что что-то прокатить. Что можно... Типа, реально же, если ее поставить, можно к ней присосаться головой и висеть, и... Да, теперь залезай в печку. Пошли. То есть... Ты хочешь меня пожарить вместе с курицей и вместе с... Да, залезай. Ну, я полез, типа. Ой. Типа, мне его скинули? Эпично, зелье разбил на кью. А, то есть я... Ну, блин, а нафиг мне уж в нее залезать-то? Не знаю, можешь вылезти. Ну, я просто по фану сказал. То есть, хочешь... ты чё меня-то выкинул? Ну, не знаю. Ты сам тоже выкинулся? А, да. Сложно, что такое телепортатор? Стой, а ну вылезай из печки, я пошутил вообще-то. Ну типа, ладно. Чё дальше делать будем? Два моркови пожрём. Что там у нас после обеда? Я хочу еще обедать, давай мне еще обед. Готовь мне обед. Подожди, у нас только что было утро, как бы, да, надо позавтракать. В общем, сейчас подожди. Вот тебе завтрак. Чё-то это херовый завтрак и... Может быть. Мне нравится. Да. Ой, я куда-то сел. А, стул. Ладно, о, окей, да, давай. Садись на стул, так, садись. Сейчас будем базарить. Так. Ты вчера опять. Я сейчас умру! Если что. А. Так, подожди, стой. Спасай. В смысле? Так. Все, нормально. Полетел. Так, садись. Да, я не хочу сидеть, я ребенок, я не могу сидеть. Садись! Ты вчера в детском садике был или нет, я не понял. А, да, это да. Или опять прогулял? Я тебя пошу, ты разворачиваешься, нормальный вообще или нет? Я тебя растил, зачем? Чтоб ты в детский садик ходил, ёп. Я ненавижу детский садик, там надо спать и все такое. Я лучше вот себя убью розеткой. Так, нет, подожди, у меня хилки так закончились. Стой, подойди, кушать, ты не позавтракал. Сынок. Что это? А, ну ладно. Так стой, чё мы жрём в этом? А ну подошел! А, типа ты меня заманиваешь, да, по одной такой? Давай. Я тупой ребенок. Еда, люблю все сладкое и... Давайте заманивать-то. Короче, иди
Не знаю, иди на мою котлетину, давай. Где котлетина? У меня в руках. Ты мне их кидай, типа, а то я не буду заманиваться. Давай, давай. Ты что такое? Ну что такое, нормально. Пошли. Лучше заманиваться. Ну. Да что ты, у меня ты их не подбираешь, или ты их подбираешь? Подбираю. Ты должен меня не на котлеты заманить, а на что-нибудь вкусненькое там. О, мишки, игрушки. Да подожди, да ёб твою мать. Так, давай, баскетбол медведями. Сынок, а ну-ка. Так, я забираю все игрушки у тебя. Ты... Дай мне мою зайку любимого Алоэ. Так. Ой, R2D2, милошка. R2D2. Это... Верни. Это бутлег с Алиэкспресса, нахер он тебе нужен? Поставил на место моего... Он из китайской опасной пластмассы, мы его... Трогай моего. Дай мне, давай обмен. Не трогай давай. Моего Star Wars, понял? Давай Star Wars на зайку. Хватит забитый гиг. Дай мою эту вайфу зайчиху из Зверополиса, верни мне. Там белая такая, дай. Сейчас, подожди, я тебя заманиваю на зайчиху, давай. Да, зайчиха из Зверополиса. О, моя вайфу. Зайчиха. О, реально, женщины не нужны, дай мне зайчиху из... О, найс. Моя зайка из Зверополиса. Я пытался научить сына взрослой жизни, что за дела? Ну, ты что, не посмотрел даже, тут смотри, чего тут, смотри, красиво. Да, это 3D, не надо мне это. Я пошел этот, шиперить зайчиху и медведя, все. Давай. Сейчас будем играть в игрушки, короче, смотри. Так, ну, короче, типа, такая шла за... Ой. Так, погоди, зайчиха, сори. Сейчас я сделаю нормальный стол, а не такой тупой. Ну, короче, типа, шла зайчиха такой из кустов медведь, потом такой, доктор, кто? И там, типа... И охранник нужен твоей зайчихе, а то какой-то подозрительный медведь, знаешь? Да, медведь это этот, это педобир вообще, кстати. Да. Так что я спасаю ее, типа... А где? Где медведь? Так, все, я убью. Ах ты! Как его убить? Ах ты... Я не знаю. Не надо убивать медведя, алло, это игрушки. Это не настоящие. Плохие игрушки. Коня украл. Не понял. Потом я такой на коне. А, я не могу на него сесть, кстати. Бля. А, во, я сел на коня. Все. What? Потом я такой спускаюсь, прыгаю с коня, потом я такой баскетбол курока, типа, потом такой телевизор, там новости такой. Да, молодец, да. Ничего, давай еще чем-нибудь интересно, да, расскажи, поиграй в игрушки. Ну. Как тебе эти часы, смотри, какие они красивые. Нормальные такие. Уже 5 часов, офигеть. Еще так быстро время летит, мы только-только завтракали. Жесть. Ну, это Майнкрафт все. Время полдника, ну стоять. Ладно, давай в баскетбол с тобой поиграем. На, пей. Че это? Это что-то плохое. А. Спиды. Спиды нормально. Под спидами в баскетбол! Все, давай. Ты что, ты не играешь в баскетбол? Ты не уважаешь баскетбол, алло? Ты мега накачанный теперь. Становись. Джоном Сина, я не знаю, кем мне становись, короче. А. Покажи бицуху, сынок. А, давай я на тебя с коня прыгну, типа Джон Сина. Давай. Только я могу люстру дать, сейчас люстру сниму. And his name is Джон Сина! Ой, сынок, ты что такой сильный? Ну, что-то я не Джон Сина. Что-то вообще, как я с тобой разговариваю, мне 2 года, я не должен говорить вообще, ну ладно. Да нормально. Все разговаривают, ты тоже разговариваешь. Это наша собака, которой оторвали голову, вставили палки. А, да, ну ладно, окей. Учим мемы. Это олень. Если что. Так, ну ладно, я, короче, взял мяч оленя, и что будем дальше что делать? У меня есть люстра, подожди. Я не знаю, 5 часов я тебе дал полдник, в принципе, попить спиды. Делай что-нибудь, не знаю. Ну ладно, раз я по спидам, я пошел, короче, паркурить. Я видел, как ты прячешь свою заначку от матери, и сейчас я пойду за ней, потому что... Я вижу. Не пытайся, плиз. Так, стоп. Так, почти. Оп. А, нет, подожди, стой, сынок! Так, да, подожди. Ты сам не должен залезть сюда. Вообще, я сейчас сделаю. Я оленя специально взял. Блин, не залезть, походу. Или как? Что? Почему они? А, во. Во, нормально. Так. Все. А, минус заначка, найс. Черт. Дай, подожди, стой, иди сюда. А ну-ка сначала пожри. Не пей это, отдай сюда. Дай мне мой бухло. Что? На, я... Алкоголь все. Верни. Я все уже. Алкоголь. Я уже все. В смысле, все верни. Это все. Верни, на, да котлет. Все. Держи. Да все, нет котлет, алло. Я тебе буду котлет еще. Мне и так котлет, до хера, нафиг нет и котлеты. Я хочу так, отбеливателей. Ты отсюда не выйдешь. Ты че мне угрожаешь? Да.
Я тебе угрожаю, потому что ты плохой. Теперь я тебе угрожаю. Что это такое, слышишь? Подожди, стой, стой, давай договоримся так. Давай. У меня есть баскетбольный мячик, не взрывай, я тебе дам мячик. А у меня есть писюн из динамита, что дальше? Мячик. Котлеты. Олень. Батарейка. О, нормально, батарейка. Нет, это мне батарейка. Куда ты побежал? Я побежал, чтобы взорвать твою R2-D2. О, это в смысле? Все, я несу его. Он будет кончиком моей взрывательной пирамиды. Все, поехали. А чай, убегай, я не знаю, потому что мы сейчас все взорвемся, и это... Ой, я спас R2-D2, как выйти из этого дома нахер? Ребят, вот такая вот серия Who's Your Daddy. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте лайки. Не забывайте, что карта у меня в страничке. И подписывайтесь на мой канал, на канал Фокуса. И ставьте нам лайки, и комментируйте это видео. И делитесь им с друзьями. Чё ты сдох? Да просто. А, ну ладно. И всем пока. Всем удачи, всем пока.